Липы, туи, можжевельник казацкий, конский каштан, русская ива, лиственница и даже экзотическое дерево гинка белоба растут на территории средней школы номер 5 города Бреста. Все деревья и кустарники по доброй традиции высаживают на аллее поколений сами учащиеся ветераны и учителя школы. Вот и сейчас, в период осенних каникул, совместно с активистами БРСМ Ленинского района и волонтерами движения «Позитив» прошла акция по озеленению прилегающей территории. Конечно, осень – чудесная пора, листвы очень много, ну и работы очень много, но мы этой работы не боимся. В рамках месячника по благоустройству, который проводит город наш ежегодно, естественно, мы не могли остаться в стороне. Это уже добрая традиция, сложившаяся в школе, когда два раза в год мы приводим в порядок то место, где мы учимся, где мы живем. Это наша маленькая-маленькая Родина для каждого из нас. Волонтеры и активисты школьной жизни Валерия Плаксина и Анастасия Жанкевич участвуют буквально во всех мероприятиях, которые проводит родная школа. Девочки всегда рады поддержать добрую инициативу, будь то помощь ветеранам или участие в конкурсах. На предложение о посадке деревьев откликнулись с радостью даже в период каникул. Мы волонтеры отряда «Позитив». Мы занимаемся многими полезными делами. Сегодня мы озеленяем школу. Нам очень важно перенять опыт старшего поколения. И нам приятно приходить в школу и видеть то, что мы посадили деревья. В этот раз общественное объединение БРСМ Ленинского района города Бреста помогло с приобретением саженцев сливы и скумпии. А Брестское лесничество подарило для посадки молодняк березы и рябины. Совместными усилиями 15 новых деревьев украсят аллею поколений. Сегодня все вместе будем высаживать деревья. Так, ну, с той надеждой, что со временем, конечно, не сразу, они вырастут очень быстро, так же, как растут наши дети. И вот тогда мы будем ими не только любоваться, так, ну, их стройностью, их красотой, их кроны, шелестом листьев, ну, и чистым воздухом. Эта акция оставит память и след у каждого учащегося данной школы, и в будущем они будут приходить сюда и любоваться ими деревьями, которые они совместно высаживали с педагогами средней школы номер 5 города Брест. Каждый из нас оставит после себя память в этой жизни, и какой она будет, зависит только от нас.